Доброго здоровья, уважаемые посетители канала. Поработаем перед обедом с вашими письмами, комментариями и упоминаниями. Но вот мне Нино просила книжку выслать по голоданию. У меня книжки в электронном виде, я уже ей выслал. Это первое. Второе. Руслан пишет. Он, кстати, в Египте. У него в результате того, что он находится на посту, выходит вот такая вот слизь. И он как-то написал, показал, что вроде как непонятно, но в любом случае, смотрите, вот если что-то с вас выходит, и вы чувствуете себя лучше, это говорит о том, что идет очищение и оздоровление. Если же после того, что с вас что-то такое вышло, там вот, какое-то непонятное, и вы чувствуете себя хуже, вот тут уже надо бить тревогу, а обращаться, естественно. Вот, ну, продолжим про Руслана. Вот он прислал первый раз вот эти вот какие-то непонятные сгустки такие кровавые. А как раз он использует, сейчас Рамадан идет, насколько я понимаю, пост. И он использует смесь различных таких трав, которые, и продуктов, которые как раз вот и обладают таким вот эффектом, действуют на слизь отторгающую и так далее, так далее, так далее. То есть процесс, он не сразу идет, а он как бы накапливается, и потом получаются такие, значит, выделения, вот, которые говорят о том, что идет процесс кризиса, то есть выбрасывание из себя, и следом улучшается общее состояние. Итак, вот что он пишет. Так, Геннадий, добрый вечер. Опять вышло и очень много, хотя выходящий имеет цвет крови, но спокоен. У меня легкость такая. Первое фото, где мало, это вчера, а вот второе фото, это все за сегодня. Кровь высохла, а вот что прозрачное блестит, это тянучая слизь. А это черное, я не знаю, что это, может это киста? Скорее всего, вот это вот слизь, а мы уже знаем слизь, что? Грибки, плесень. Она имеет свою собственную консистенцию, и естественно она, как вот есть мухи, лишайники, растущие на камнях, покрывающие и образующие такие плотные образования. Нечто подобное происходит и с нашими внутренностями. Если у нас завелась там грибница, если у нас появилась эта там плесень, естественно, она срастается со слизистой кишечника. И потом, когда это все отходит, то есть применяются вот эти вот травы, средства, все это отходит. Тем более, смотрите, человек день не ест, а на вечер он употребляет такие вот продукты, которые как раз воздействуют на вот это вот все. Дальше я укажу, какие именно продукты, чтобы у нас все это было, знаете, ясно и понятно. И вот это начинается мощное воздействие. Одно дело, когда человек питается и пытается, грубо говоря, что-то там лечить и так далее. Это одно. А вот когда питания нету, а есть только продукты, которые лечат, вот, действие намного сильнее. Кровь высохла, а вот что-то прозрачное блестит, это тягучая слизь. Это черное, я не знаю, что это. Может быть, это киста. Все может быть киста там. Полипы, или, скорее всего, вот эта вот слизь, которая вот отходит. Я не сомневаюсь, что там слизь, или эта слизь годами трамбовалась, стала такой твердой, иногда напоминает куски плоти. Я вам забыл сказать, что у меня всегда есть такая проблема. Я все время отхаркиваю что-то,
из желудка. А вот тут, когда человек откашливает что-то из желудка, это, возможно, это из желудка и отходит. Здесь очень важно, чтобы вы понимали, что желудку надо предоставить такое питание, которое бы способствовало его восстановлению и нормализации. Не надо туда валить все вместе. Вот в данном случае как раз показано раздельное питание для того, чтобы максимально облегчить работу желудка и способствовать его восстановлению. У тех же, у кого, ну, будем говорить, таких проблем нет, они могут потреблять и смешанную пищу, и более-менее для них это нормально. Но вот раздельное питание просто показано для тех, кто испытывает проблемы с пищеварением, и особенно в желудке. И плюс, естественно, правильно, жидкости сначала, а не потом. Я об этом много рассказывал. Значит, я забыл сказать, что у меня всегда есть такая проблема, я всегда отхаркиваю что-то из желудка, что-то с носа, именно вот эта слизь. Ну, когда, я уже немного говорил на эту тему, значит, вот повторяюсь, вот просто повторяюсь тупо, вот это мне уже начинает, ну, не то, что там надоедать, но это как-то одно и то же, то есть, грубо говоря, канал, он куда-то не идет, он одно и то же рассказывает вам про эту слизь и так далее. Слизь из носа берется тогда, когда неполноценно переваренная пища, обработанная в желудочно-кишечном тракте, она просто-напросто всасывается. Всасывается в кровь, и из крови она, естественно, удаляется легкими и носоглоткой. Откуда эта слизь? И ночью храплю, когда на спину ложусь. Я уверен, что, скорее всего, это слизь. Хорошо. Так вот, как борьба со слизью? Борьба со слизью заключается в том, чтобы вы улучшили пищеварение, чтобы он работал, желудочно-кишечный тракт, без выхлопа. Вот как только по утрам вы начинаете особенно усиленно откашливаться, отшмаркиваться, и все дальше, и все больше, это говорит о том, что у вас пищеварение плохо. Его надо вернуть назад на здоровые, так сказать, рельсы. Потому я так себя хорошо чувствую. Ну да, слизь отходит. Только что бегом поднялся вчера на 6-й этаж. Когда слизь, нету слизистого содержимого вообще в организме, это уже легкость. То есть организм должен затрачивать на эту там слизь. Одно дело, смотрите, если слизь от просто плохо переваренной пищи, это одно. А если слизь из-за того, что у вас там имеется вот эта вот, значит, плесень и грибница, это совершенно другое. Но в любом случае, когда у нас образуется субстрат слизистый от плохо переваренной пищи, на нем паразитируется, размножается бактерии, грибки и так далее. То есть мы все это дело плодим, а потом удивляемся, а что ж мы тут не это самое. Так вот, как это все начинает отходить, значит, что мы чувствуем легкость, лучше, здоровье. Энергетика поднимается. На 6-й этаж забежал. А? Сегодня слабость, так как пить сильно хочу, наверное. Пусть вечером можно пить. То есть вечером, согласно посту мусульманскому, насколько я так понимаю, там только вечером все это. И вода употребляется, и еда употребляется. Ну, у меня предыдущие очистки слизь выходила. Я вам писал на 17 день. И плоть до окончания 23-го дня она выходила. Ну, естественно, если человек, организм наполнен слизью, она там будет валить. У меня на 40-е сутки там валила. Там такие водоросли выходили. Наверное, я думаю, сейчас этот процесс ускорился. Вот эти отвары, которые принимаю, не знаю конкретно, которые из них. Вот знаете, для того, чтобы понимать, что конкретно, не надо, грубо говоря, вот это, к примеру говорю, мешать керосин, тройчатку, дёготь, бобровую струю и еще там что-то, и противопаразитарные там травы там различные, и травы побуривать, и потом не поймешь, а что ж действительно сработало. Поэтому
все это по полочкам раскладывайте. Ну вот этот процесс уже на восьмой день так сильно пошел. Просто вам отправляю. Спасибо вам, что вы читаете мои сообщения. С уважением, Руслан. Ну вот такие вот выходят. Вот такая вот мерзость выходит. То есть что только у нас нету в организме. А вот первое его письмо. Добрый вечер. В Ютубе меня зовут Руслан, мне 47 лет. Сейчас делаю повторное голодание, уже четвертое. Хотел вас спросить, сегодня у меня 7-й день голодания, и я мусульманин, также я держу пост. То есть я пью только вечером воду. Я взял себе привычку каждый вечер, помимо воды, пить отвары. Вот именно отвары. И вот эти отвары и начали действовать. Одно дело отвары мы пьем, когда едим, а другое дело, когда они идут без ничего. Тут их действие многократно усиливается. Итак, 3 дня тому назад я пил отвар сельдерея, значит, верхние зеленые веточки. 1,5 литра за вечер до утренней зари. Потом позавчера я пил отвар сахарной свеклы. А вчера пил отвар брюквы. Фотографию прилагаю. Значит, смотрите, вот сахарная свекла, скорее всего, могла здесь и сработать. Хотя и то, и другое. Но, тут не все так просто. В любой отвар, чтобы сбить вкус, добавляю 3-4 листика мяты. Ну, мята так себе. Чуть-чуть натираю свежего имбиря и добавляю сок лимона. А вот это же, свежий имбирь и сок лимона, это уже довольно-таки мощные, особенно свежий имбирь, это мощные растительные средства, которые как раз и действуют на все чужеродное в желудочно-кишечном тракте. Они поднимают, будем говорить, имбирь поднимает температуру, и он просто-напросто начинает сжигать, что там имеется. То есть его вот эти вот образования нежные, которые имеются в желудочно-кишечном тракте, которые, допустим, в желудке, там, в кишечнике, прикрепились к стенке и, так сказать, вольготно живут, они от имбиря, так сказать, не в восторге, поэтому они бегут и так далее. Значит, и сегодня утром я пошел по делам, вернулся, прилег часок в обед, проснулся, мне захотелось в туалет, значит, по-большому. Обычно на 7-й день не хочется в туалет вообще. У меня вышел большой ком, такой плотный сгустки крови. Я не знаю, что посмотреть на фотографии. Никаких болевых ощущений не чувствую. Каждый вечер делаю еще клизму, добавляю туда чуть-чуть уксуса, вроде все нормально. Но эти сгустки крови меня очень встревожили. Спасибо, рад буду вашему ответу. 47 лет. Практикую голодание с 2016 года, последний раз в 2018 году, 23 дня. Хронических заболеваний нету, рост 170, сейчас вес 79, вначале был 85. Видите, вот в этом письме ничего не сказано, что там откашливается слизью, еще что-то. И как хотите, так и гадайте. Вот как раз этот сельдерей. А оказывается, мы к некоторым вещам просто-напросто относимся без внимания. Да, кашель да и кашель. Слизь да и слизь. Пока что она там не тревожит. А вот оказывается, вот эта вот слизь, она-то и есть. И она-то и начинает отходить. И она-то забирает наши силы. А в дальнейшем, если на это не обращать внимания, естественно, там возникнет какое-то более серьезное заболевание. Только здесь, на канале, об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья!